6-гадовому Богдану Булава, який живе у Калинковичах, потребуется допомога. Хлопчику поставлены страшный диагноз – эпилепсия с наявностью штотыдневых, складано-парциальных миоклоничных приступов. Богдан народился абсолютно здоровым, никаких патологий после родов не выявлено, а лишь на третий день у дитяти нечакано спынилось дыхание. Врачи смогли его выратовать, однако гэты выпадок поуплывал на дальнейшее житё хлопчика. У яго почали назираться штотыдневые судороги и порушение психомоторного развития. На протягу опошних годов Богдану ставили разные диагнозы и призначали разное лечение. Было сделано все махчимое для перемоги над захворыванием, однако оно не соступает. Батьки доведались, что на подобных выпадках специализуются врачи клиники, якая находится у Испании. Для обследования и лечения там потребно 20 тысяч евро. На данный момент собрана четвертая частка необходимой суммы. Богдана у испанской клиницы чекают у липени. Каб допомогчи хлопчику перемогчи захворывание, треба перелечить сродки на рахунки, которые вы зараз бачите на своих экранах.